Лидер Пятой Республики может провести референдум о полномочиях парламента на фоне протестов желтых жилетов. Об этом пишет французская пресса со ссылкой на источники в окружении Эммануэля Макрона. На плебисцит, в частности, планируют вынести вопрос о сокращении количества депутатских мандатов и об ограничении количества раз, которые один и тот же человек может выдвигаться в парламент. По утверждению источников в издании «Воскресная газета», бюллетени для голосования уже заказаны, а его проведение хотят приурочить ко дню выборов в Европарламент 26 мая. Отмечается, что Макрон рассматривает и другие варианты выхода из кризиса. Среди них заключение сделки с желтыми жилетами и профсоюзами, распуск нижней палаты парламента или приостановки в правительстве. 12-я по счету акция желтых жилетов во Франции прошла в минувшие выходные. На улицы разных городов в общей сложности вышли около 60 тысяч человек. Самой массовой была демонстрация в Париже. Не обошлось без столкновений с полицией. Задержано несколько десятков человек.